Привет, друзья! С вами канал Мороз Лайф, и сегодня у нас в выпуске отличные новости. Не зря мы делали видео о квотах, о регистрациях и всем прочем. Наверное, Бог услышал наши, так сказать, молитвы все общие. И, собственно, новость о квотах. Информация есть на сайте посольства Чехии в Украине, конкретно в городе Киев. Итак, ребят, значит, регистрация через чешские визовые центры. Заявление с метою працевлаштування, сезону працевлаштування без обмеження мети. Київ уже 161 место вместо 50, Харків 42 вместо 20, Дніпр 55 вместо 20 и Одесса 33 вместо 10. Ребят, ну хоть как-то уже увеличилось количество мест, так что это очень крутая новость. За это, я думаю, стоит поставить такой жирненький лайк. Не жалейте, ставьте, чтобы новость набирала обороты. И много людей тоже посмотрели это видео, увидели и смогли зарегистрироваться на шенгенскую краткосрочную визу. Вот. Также еще информация, смотрите внимательно, звертаємо вашу увагу, що додаткова реєстрація для подачі заяви на короткострокову робочу візу буде відкрита 9 вересня о 9 годині по київському часу. То есть, что это значит? Те, кто сможет зарегистрироваться 9 сентября, смогут попасть на даты с 15 по 21 сентября. Это очень быстро и очень актуально. Так что, ребят, вам желаю всем успехов, регистрируйтесь, отписывайтесь в комментариях, у кого получилось. У кого не получилось, не расстраивайтесь, пробуйте опять же регистрироваться каждый день. Не зря мы это все обсуждали, не зря этим всем делились. Поэтому очень классная новость, всех поздравляю и надеюсь, что получится у многих зарегистрироваться по этим новым квотам. У меня на этом все, всем подписываемся на канал, и кто еще не сделал этого, ставим уведомления, пишем обязательно о том, зарегистрировались или нет. Если есть какие-то вопросы, задавайте и делитесь этим видео с вашими друзьями. Так что встретимся в следующих выпусках, всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Thank you.